мошенничеством, который основной поток так составляет, это сайт Авито. Я уже каждый раз говорю об этом, что не стоит перечислять денежные средства. Вы не видите ни товара, ни продавца. Зачем перечислять деньги? Если хотите, кто-то хочет продать автомобиль, продавец сам приедет к вам. Поймите, да? Вот, уже я в такой категоричной форме уже говорю, потому что немалые суммы, да, 170 тысяч переводят, не знаю, куда.